Эти куклы способны увлечь всех, вне зависимости от возраста, уверена художник Ирина Супрунова. Мастерить маленьких человечков ей нравилось еще в детстве. Вернуться к любимому ремеслу удалось, лишь выйдя на пенсию. Пластическая масса и специальные инструменты – так рождается новый член кукольной семьи. В кукольном мире вот миниатюра кукольная считается, это когда масштаб 1 к 12. Вот, например, рост 15 умножить на 12, ну сколько там получается, там 170 там, сантиметров. Это нормальный человеческий рост. Эта кукла, она немножко больше получилась. И она не вписывается в этот формат, в этот масштаб. Поэтому она у меня как бы нестандартная, но она игровая. Видите, у нее руки-ноги гнутся, она может сидеть, стоять, принимать разные позы. 16 ноября во всем мире музеи и центры творчества собирают в своих стенах рукодельниц, которые с радостью демонстрируют зрителям свое творчество и делятся опытом. В Самаре местом объединения стала библиотека номер 8. Помимо книги существуют и другие информационные ресурсы и источники, поэтому сейчас библиотека пользуется всем и пытается донести информацию до всех с помощью всего, скажем так. Но книга в любом случае всегда остается на первом месте. На праздник самарские мастерицы принесли свои картины, вышивки, украшения из бисера и вязаные вещи. В Поволжье рукодельницы занимаются сотней направлений декоративно-прикладного творчества. Марианна Мирная, Константин Головин. События.